Я связала несколько рядов прессового двухцветного переплетения по перфокарте. И сейчас я смоделирую ситуацию, в которой я совершила ошибку. Пряжу я меняю каждые два ряда. Видно, что последние два ряда связаны белым цветом. То есть я должна сейчас поменять цвет на бежевый. Но намеренно оставлю тот цвет, которым я вязала, то есть белый. И я начинаю вязать. И не довязав ряд, я замечаю ошибку. Пряжа не та. Что делать? Можно, конечно, и довязать ряд, но потом каретку не двигать в обратную сторону. Но я довязывать не буду. Ряд на счетчике. На следующий перещелкнуться у меня еще не успел. Поэтому счетчик я не трогаю. Здесь 21 ряд. Перфокарта при движении каретки справа налево перешла на 22 ряд. Тот, который я должна связать, но не связала. На следующее значение она перейдет при движении каретки слева направо. Поэтому перфокарту я перещелкивать не буду. Так как каретка, я снова буду двигаться в левую сторону, и перфокарта еще раз не перещелкнется. Снимаю каретку с игольницы, предварительно открутив крыло и убрав нить из нитевода. Каретку перевожу в начало ряда. И теперь распускаю ряд, который я не довязала белой нитью. Внимательно слежу, что есть на игле. Провязанная петля или набросок. И в зависимости от этого выставляю иглы в нужное положение. То, которое было у игл перед вязанием ряда. Это на случай, если я не помню, как стояли иглы. Значит, если на игле провязанная петля, то игла становится в положение D. Если набросок, в положение B. Таким образом формируется рисунок игл. Остальные иглы выставляю в этом же ритме, так как он периодический. И в моем случае иглы расположены так. Три иглы в положении D, одна в положении B. Три иглы в положении D, одна в положении B. И при провязывании ряда набросок сформируется на иглах в положении B, а петли провяжутся на иглах в положении D. Возвращаю на каретке прежние настройки. Заправляю пряжу бежевого цвета. И продолжаю вязать по перфокарте. Два ряда одним цветом, и затем два ряда другим. И как видно на узоре, нет ошибок. Такой замечательный, красивый узор получился. Очень похож на жаккардовый, но это не жаккард, а пресс. А это тем же узором я вязала свитер. И так выглядит ошибка, когда сбиваешься в рисунке.